Как так получилось, что я у Женька в гостях? Объясню. Сегодня 9 мая, и Женек уехал на парад, который посвящен Дню Победы. И попросил меня посидеть с ребенком, потому что парад очень рано по времени. Естественно, он с ребенком туда не поедет. И, в общем, я приехала ему помочь. Он же забрал ребенка на выходные. Вообще, мы стараемся с Женьком всегда друг друга выручать. То есть, если мне нужно куда-то уехать, он посидит с ребенком. Либо ему куда-то нужно уехать, естественно, я сижу с ребенком. То есть для нас это нормальная история. Но в гостях я у него первый раз. Женька, во что сегодня играем? Дочки матери. Вот это вот чудовище опять откуда появилось у нас? Евгений Владиславович, скажите, пожалуйста, вот вы прикоснулись к Владимиру Владимировичу Путину? Визуально, да. Вы знаете, с каждым годом я к нему все ближе и ближе. В данный момент я приехал с парада, посвященному Дню Победы, 78-й годовщине. И в том году я был в 50 метрах от него, в этом году в 3 метрах. Потрясающе выглядит, глаза горят, молодой, красивый, энергичный. Ребят, с этим человеком нам не страшно. Угу. Вперед, Россия, с праздником! Принято. Угу. Так, вот вам как некое доказательство. Вот он, наш президент.